Владимир Габулов тоже закончил в 2018-м, но только не в сборной, а с футболом в целом. После этого пробовал себя в политике, министром физической культуры и спорта Северной Осетии и спортивным функционером. Был президентом футбольного клуба «Алания», главой совета директоров Химкинского «Олимпа», генеральным директором клуба «Химки». С 5 мая 2022 года официально не работает и по фотографиям из соцсетей проводит время со своей семьей.